Всем привет! С вами канал Style Gadget. Пришла у меня посылка заказу на китайском сайте AliExpress по данному трек номеру. Здесь должен был быть чехол для модели Asus Zenfone 5. Ну, сейчас приступим к распаковке, посмотрим, какой чехол. Ранее я выкладывал видео. Я уже заказывал уже чехол, но это будет уже второй по счету. Давайте посмотрим, распакуем. Пошел он мне такой в коробочке, так меня очень хорошо упаковали. Да, смотрите, заказывал только сам чехол, но мне также положили в комплект пленку защитную. Ну, почему-то здесь, смотрите, также написано для Zenfone 5, хотя на рисунке указан iPhone 5. Китайцы любят подкладывать что-то дополнять, то есть это у меня и не впервые такое, что что-то дополнительное бывало, добавляли. Кто-то стилус вкладывал, кто-то дополнительную защитную пленку. Ну и вот наш такой вот чехольчик Asus. Так, какие-то здесь то ли это кнопки, то ли что. Да, это какая-то дополнительная кнопка. Смотрите. Это вот сбоку так вставляется. Ну и вот такая вот здесь. Сзади очень приятно на ощупь прорезиненный корпус такой. Вот, а спереди это, ну, это не скажу, что это кожа, это где-то, ну, дермантиновый, наверное, что-то такое. Что-то в этом роде. Вот. Ссылку я выложу в описании. Понравилось вам видео, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока!